Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня вот я могу вам уже показать перец уральский толстостенный, как он будет выглядеть, потому что до этого они были зеленые, сейчас они поспели. Уральский толстостенный, он считается новинкой. Новинка — это те сорта, которые выведены в последнее десятилетие. Очень крупный, с очень толстой стеночкой. Вот оно. Как его показать-то удобнее? Вот такой вот. У него длина до 16 сантиметров вот этой вот перчины может достигать. Высокая урожайность, долго хранится. Ну, конечно, очень сочный, очень толстая стенка. Высокий он, вот сейчас покажу. Высота 80 сантиметров. Ну вот у меня даже метр больше вырос. Вот он все еще тут цветет. Высокий такой, сильный куст. Конечно, потому что на нем будут висеть здоровые, толстые, тяжелые перчины. Вот они, видите, какие в зеленом виде. Куст из-за них, надо снова подвязывать, куст из-за них весь вниз клонится. Вот это вот уральский толстостенный. Тоже для тех, кто хочет крупные, сочные, толстостенные перцы. Вот это краткий видеообзор новинки сорта «Уральский толстостенный».